Когда-то мне рассказали о гениальном орнитологе. Говорили, что он очень строгий преподаватель и что он одевается в женскую одежду. Еще говорили, что у него дома живут птицы, которые поют для него. А еще он верит в то, что он сам дрозд и поет как птица. Сказочный мир, не похожий ни на какой другой. И пусть он придуман не мной, он побуждает меня возвращаться. Сказочный мир, не похожий ни на какой другой. На многие годы. И пусть он придуман не мной. Это псевдодокументалистика. Это ерунда так какая-то. А кто говорит, что это документалистика? Мы просто делаем фильм. Что мы хотим сделать? Видео Twin Peaks на Щербинке. Камера.